Привет, дорогие друзья, с вами диспетчер. Для вас есть очень интересный ролик, который я вам решил подготовить. Чем он интересен? Мне прислали вчера на почту в 9.00 очень интересный ролик, как три необычных НЛО что-то искали в этих местах. Кстати, дорогие друзья, я не знаю, кто мне прислал, я не знаю, откуда этот ролик был и где он был снят, но я знаю только одно НЛО существует, и которое вы сейчас увидите ролик, дорогие друзья. Вас, наверное, запечатлит не то, что как они там летают, а то, что они на самом деле существуют. Ладно, дорогие друзья, я не хочу вас заинтересовать другим. Хочу просто сказать еще одно. Если вам понравится этот ролик, то не жалейте своих пальчиков. А самое главное, не жалейте своих два пальчика, чтобы поставить, подписаться. Ну а дальше ждите, будет все-таки ужасно. Шучу.